Приветствую вас. Как вам сказали уже мои коллеги, что вы очень, может быть, ошиблись немножечко разделом и обратились немножечко не по адресу, да, то есть вы обратились в раздел психологии, а, соответственно, задаете вопрос как будто бы эзотериком, вот, но психологи на вопросы такого рода не отвечают. Психологи анализируют полученную информацию и, исходя из нее, уже дают рекомендации. Вот. Поэтому здесь я хотел бы сразу уточнить, какого рода ответ вы хотели бы получить. То есть, ну, какой ответ вас интересует, конкретно вас? То есть, если вас интересует просто ответ на свой вопрос, ну, например, да, стоит ждать изменений в личной жизни, если стоит, то, например, когда стоит, да, то есть когда стоит ожидать этих изменений, вот, то эти вопросы вам следует задать эзотерике. С точки зрения психологии, вопрос можно и нужно ставить немножечко по-другому. Вопрос можно ставить именно так, что само по себе ничего не произойдет и ничего не случится. Именно вот само по себе ничего не произойдет. Понимаете? А если вы хотите, значит, ну, чтобы что-то изменилось, то, соответственно, для этого нужно что-то сделать. Для этого нужно что-то изменить в своей жизни. Вот. Соответственно, от того, что вы будете делать, и зависит изменение вашей личной жизни. А здесь ориентироваться нужно на то, чего вы бы хотели для себя, что вас не устраивает в личной жизни и что вы хотели бы изменить. Вот уже исходя из этого, можно будет делать какой-то вывод относительно того, что вам можно предпринять. Также вполне вероятно, что имеет место быть некие блоки у вас, которые, ну, которые, скажем так, мешают вам как-то адекватно, значит, взаимодействовать, например, с представителями другого пола, да, то есть с возможными потенциальными партнерами и так далее. Вполне возможно, что проблема есть и такая. И в таком случае тогда можно говорить о том, что причина, по которой изменений в вашей личной жизни нет, это не в том, что у вас
неверная постановка целей и задач. А все в том, что есть некие блоки, которые не позволяют вам принимать адекватные, может быть, правильные, может быть, не совсем правильные, я имею в виду с точки зрения выбора решения. И с этими моментами также рекомендуется разобраться. Вот. То есть здесь простой, скажем так, мистификации процессов, на мой взгляд, ну, не обойтись. Потому что вы живете так не первый, наверное, год уже, и скорее всего, вам, ну, в некоторой степени может быть сложно сближаться с людьми, находить с ними контакт с людьми и так далее. И в таком случае, в этом случае, в данном случае, вам нужна помощь для того, чтобы ненужные блоки, совершенно лишние блоки убрать, и чтобы вы, в общем-то, смогли совершенно спокойно реализовывать свои желания и свое поведение как социально, так и гендерное, то есть по отношению к, ну, например, противоположному полу. Вот. С позиции психологии, вам можно ответить вот именно так. И я, в общем-то, понимаю, что возможно, этого мало. Я, в общем-то, понимаю, что, возможно, вы хотели некого другого ответа на свой вопрос, но и вы тоже постарайтесь понять, что вы дали довольно мало информации о себе. И материала для анализа крайне мало. Вот. Поэтому я полагаю, что лучшее, что вы можете сделать, если вы хотите разобраться именно с помощью психологии, это выбрать эксперта и начать с ним прорабатывать ваши проблемы, анализируя их, ну, например, в качестве отправной точки, да, с момента, когда у вас впервые в жизни возникла неудовлетворенность вашей личной жизнью. Вот. Хотя бы вот исходя из этих моментов, я предлагаю вам, ну, начать думать, отталкиваться и выбрать себе психолога, значит, который вам бы помог. Вот. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен, поскольку понимаю, что он очень общий. Вот, но тем не менее, вопрос ваш, он тоже слишком неопределенный и слишком общий. Вот. Значит, если у вас
остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!